друзья, мы вам обещали, она к нам пришла, Татьяна Куртукова, которая просто-напросто навела невероятный фурор, исполнив песню «Матушка Земля», но ты пришла ведь сегодня не просто так, у тебя еще новые хиты. Здравствуйте. Здрасте, привет, Аня. Сегодня у нас вышел замечательный клип на песню «Ромашка Василек». Помимо этого, совсем недавно, в сентябре, у нас вышла прекрасная песня «Одного». Вот сегодня мы порадуем наших слушателей. Аж двумя новыми песнями. Ну, а начнем с «Ромашек». Девушка Василёк. С очаровательнейшей улыбкой. Да. Смотрите трансляцию. Давайте петь. Утром по траве, да босыми ножками, к роднику воды попить, голыми ладошками проваляться до зари, в васильковом полюшке проболтать под дорожками, а девичьи долюшки проваляться до зари, в васильковом полюшке проболтать под дорожками. Yeah.
сразу спойл, березка, березка. Вам надо сделать с любой коллаб. Но. Много есть вариаций еще. Я думаю, Татьяне уже предлагали. Ты уже сказала, что действительно вышел клип на эту песню, причем буквально сегодня, да. По поводу клипов очень хочется поговорить, ведь я посмотрел, что еще до замедления Ютуба «Матушка Земля» в твоем исполнении, я имею в виду видеоработ, набрала больше 18 миллионов. 18 миллионов официальный клип, уже более 65 миллионов. Не, я говорю именно про официальный клип. Вот, Более 65 миллионов... Что, это не, студия «Авторадио». Неофициальный, да, первое видео, которое у нас было с матушкой, даже второе. Есть подозрение, что при других обстоятельствах было бы гораздо больше, я имею в виду официальную работу. Ну, мы не за цифры, поэтому... И это понятно, хотя, может быть, и лукавишь. Скажи, пожалуйста, чем можно объяснить вот такой безумный всплеск любви к фолк-музыке, к народной. Потому что говорить. Это наше родное, потому что это всегда от души, всегда искренне. И места лукавству здесь нет. Ну, оно как-то всегда было наше родное. Слушай, но... Не, но я бы сказал, что все-таки «Матушка Земля», извини меня, много фолк-песен, понимаешь? Но это именно «Матушка» цепанула. Именно эта песня. И тут надо отдать должное все-таки таланту создателей этой композиции. Это правда. И автору, который, конечно, Петр Андреев всю душу вложил в эту песню. Да, как уж музыканты сейчас играют. Ты слышал, какой фолк, да на новый лад сейчас у нас был. Да, брейкбит практически. Так, ладно, у нас не так много времени. Давайте по другим вопросам. Многие исполнители принципиально не выпускают альбомы в нынешнее время, по крайней мере. Ты же, наоборот, по-моему, прямо сейчас готовишь к выходу альбом. Расскажи про него. Да, это мини-альбом, куда войдут уже и полюбившиеся песни, и которые еще никто не слышал, которые мы, конечно, исполняем уже на наших живых концертах сольных, но хотим и в диджитал их выпустить, чтобы порадовать наших слушателей. Тань, как тебе такая популярность, которая на тебя упала? Ведь тебе уже дарят подарки, рисуют картины, пишут картины. Ты вот одну из них выложила в своем аккаунте. Ты... Да как? Приятно тебе это внимание такое со стороны поклонников? Спокойно к этому отношусь. Просто хочу делать свою работу хорошо, и что получаю такой отклик, ну, наверное, это закономерно и честно. Здесь честно по отношению к слушателю, которому мы дарим нашу музыку, и они также ко мне честны и радуют меня своим вниманием. Подарков много уже? Коллекции. Да, разве в подарках счастье? Главное внимание. Как ты уходишь от ответа вообще. Смотри, какая скромняга вообще. Но все равно, нам интересно много. Выделила отдельную комнату. Ладно, видишь, не хочешь. Что с тобой не разговаривать? Нет, это точно вообще. Задаю вопрос. Доктор, меня все игнорируют. Все уходит куда-то в вечность. Хорошо, тогда представь нам песню, которая называется «Одного», которая тоже вышла совсем недавно. Автор, я так полагаю, тот же? Петр Андреев. Петр Андреев. Ну и давай все-таки послушаем песню. «Одного». Раскудрявый синий глаз ходит, бродит, а под окном мне девчонки рассказали все истории. Никак.
истории о нем. Больше никого. Татьяна Куртукова, и все. Фу, прям как и приятно больше было. Никого. Я, конечно, синеглазый, вот с кудрями только не вышел. С кудрями, вышел. Да, не вышел. А так да. Все про тебя. Да. Все могло так быть иначе, Михаил, да. Да, да. Это точно. В общем, друзья, обязательно смотрите клип на песню «Ромашка Василек». Естественно, слушайте. Ну и премьера, которая была сегодня на Авторадио. Ждем одного. Альбома. Спасибо огромное. Действительно, спасибо. Ждем альбома. Татьяна Куртукова. Спасибо. До новых встреч. Вечернее шоу.